Мониторинг пожарной обстановки проводится во всех муниципальных образованиях Краснодарского края. Для работы активно применяются беспилотные авиационные системы. Маршруты применения беспилотников спланированы в соответствии с прогнозом и складывающей лесопожарной обстановкой. Сегодня мониторинг осуществлялся в Услабинском районе, в станице Ладожской, хуторе Братском, в городе Услабинск. Нарушений выявлено не было. Мониторинг осуществлялся оперативной группой главного управления, в состав которой вошли специалисты применения беспилотных авиационных систем, представители управления надзорной деятельности и отдела надзорной деятельности профилактической работы Услабинского района. На сегодняшний день в Услабинском районе установлен 4-й класс пожарной опасности.